Большим событием. Мы действительно готовимся к чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдет в Москве и в Санкт-Петербурге. Наша страна уже в третий раз проводит чемпионат мира. И, конечно, мы очень волнуемся и хотим провести на самом высоком уровне чемпионат мира. Мы подготовили уже прекрасный стадион, новый стадион в Москве и реконструкции в Санкт-Петербурге. Международная федерация хоккея приехала. Посмотрела, комиссия довольна, как идет подготовка к чемпионату мира. Ну и главное, конечно, надо пожелать нашей команде успеха на этом чемпионате. А мы все вместе будем болеть за его величество хоккей. Большое спасибо. Чтобы разделить страсть к спорту. We love ice hockey. Why? Because ice hockey you have individual and team spirit. And that's the strength of your country and the strength of all teams
playing ice hockey. Мы обожаем хоккей, потому что это соединение индивидуального и командного. Именно в этом спорте ваша страна очень сильна, и мы желаем ей успеха на чемпионате мира. So, for the last 20 years, this year we have been the official timekeeper of the Ice Hockey World Championship, where I had a lot of happiness, especially when Russia won. Мы последние 20 лет компания TISO являемся хронометром игр в хоккее, и мы желаем России победы в этом чемпионате. So let's expect that in 100 days we have a great World Championship of Ice Hockey. The best has to win, but I wish the best for you. Thank you. Я надеюсь, что победит сильнейший, и я желаю в этом вам успеха. Спасибо. Я хочу добавить, что компания TISO действительно на протяжении многих лет является одним из главных спонсоров чемпионатов мира по хоккею, а также является спонсором нашей национальной команды. Так что большое спасибо за поддержку российского хоккея. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, ну а сейчас настало время долгожданного и торжественного момента. Мы приглашаем Александра Александровича пройти поближе. Команда играет Андрей Фролов. Привет, друзья! Поборов
вместе с нами Александр Ишаков. Стремительно передавая шайбу, тут же потеряй. Куда-то в сторону бортика, эта шайба летит. Морозов разворачивается. Чуть вперед, Костомаров, здесь Соколовский шаг. Никто не потерял. Сейчас лед. Ну а тут уже спокойненько можно рассудительно ткнуть его вперед. Можно даже после этого упасть. Что и сделал Андрей Мерзликин. Среднюю зону шайбы быстро прошла Ротенберг. Одного убирает, второго приближается к воротам. Ротенберг на ух, как он вираже выходит. За ворота на пятачке никого из своих. И поэтому в сторону туда лишь бы. Эта атака закончилась, перехват отличный. Шайба остается в зоне красненьких. Через борт спокойненько выбросили и вышли. Очень важна контратака. Костомаров пробрасывает шайбу вперед. На хорошей скорости начинается этот матч. Ну и Кистелин туда, в сторону Соколова. Нет, это мимо ворот. Это в угол площадки за борьбой. Морозов убирает от Евтухова эту шайбу, прячет. Но тут же Соколовский выводит ее. Первый бросок очень опасный. Еще одно добивание. Бросок рядом со штангой. Выбрасывай, не бойся. Выбросил. Бутман закрывает синюю линию в чужой зоне. Бутман, Костомаров рядышком. Проталкивает шайбу вперед. Но тут у Евтухова едва им отобрали. Морозов, рикошет. Бутман!